Спасибо. Здесь интернет хорош? Подключись к Wi-Fi. Но у меня LTE пока показывает. Но здесь есть Wi-Fi. Пока. Wi-Fi, мне кажется, хуже. Реклама здесь хорошая. Да? Сейчас если жаловаться будут на качество. Всем привет. Добрый вечер, добрый вечер. Мы хорошо. Вы как? Кто чем занят? Что делаем в столь поздний час? Мы в аэропорту, дела хорошо, все хорошо. Спасибо большое. Привет, Армения, вам тоже. Мы выступили на свадьбе и сразу приехали в аэропорт. В Москве так похолодало сегодня вообще. Уже минус. Макияж красивый, спасибо. Когда будет лялечка? В следующем году будет лялечка. Скулы не делала, друзья. Как проходит беременность? Отлично. Все хорошо, но... Ну, ближе к концу сложнее, все сложнее и сложнее. Некрасивые губы, ну, какие есть. Не все же, не всем все красивое дано. Так, что там еще? Как самочувствие? Отлично, друзья, все хорошо, спасибо. Махачкале сильный ветер. Ну, впрочем, как всегда. В Дагестане тоже похолодало. Спасибо, спасибо. Макияж сама делаю. Зато губы сделала. Ну, если вам от этого легче, что вы ищете, к чему придраться. Зато кроме губ ничего не делала. И причем я вам некоторым открою такую тайну, такой секрет, может быть, для кого-то, что во время беременности отекают и губы, и нос, и, в общем, все это становится больше. Во время беременности колоть нельзя, и я ничего не колола, поэтому уже предвещая подобные вопросы, я ответила уже на них. Прическу тоже сама делаю. Вообще, знаете, я считаю, что самое главное в прическе это, чтобы... Будь здоров, чтобы волосы были чистые. Это самое главное. Мы живем в Дагестане. Недавно была и я беременна, сейчас вот лежу с малышкой и никуда не выхожу. Я уже мечтаю о таких днях, когда уже наш ребеночек будет рядом, рядышком лежать. Редко выхожу в эфир, ну, потому что для этого нужно, не знаю, какое-то особенное настроение отвечать на вопросы, потому что вы сами видите, там помимо нормальных вопросов бывают и кошмарные вопросы, и бывают неадекватные люди, поэтому к этому надо готовиться морально, и я редко когда готова общаться. Вообще по жизни я
не, как сказать, необщительная. Необщительный человек. Так, макияж сама делаю, да. Я лезгинка, да. Больше не стриги волосы, с длинными тебе лучше. Ну, кто-то считает, что длинными лучше, кто-то считает наоборот. Мне просто очень комфортно, и плюс в таком состоянии волосы как раз-таки приходят в норму, они у меня уже блестят, не секутся. В общем, здоровые, красивые. Я думаю, что это главное, чем длинные и какие-нибудь кончики ужасные. Да, мы сейчас в аэропорту. Спасибо. Спасибо. Столько людей просто пишут, отправляют смайлики. Кошмарные вопросы от кошмарных людей. Ну, это да. Привет, ты Украине тоже огромный. Здоровья вам тоже. Спасибо большое. Сочи, привет огромный. Я лезгинка, да. Почему вы так удивлены? Я, если честно, думала, что уже большинство, большое количество людей знают, кто я по нации. Чувствую себя хорошо, спасибо. Спасибо. Арчи не лезгин. Всем привет огромное, удачного полета, спасибо огромное. Спасибо. Привет. Привет тем, кто только присоединился. Насчет кошмарных вопросов поддерживаете. Спасибо за поддержку. Артур по нации наполовину даргинец, наполовину кумык. Спасибо. Бровками я довольна. Да, мне очень нравится. Они стали гуще. Очень удобно. Москву переезжать мыслей, ну, как сказать, были мысли, но просто у нас комфортнее, в общем, жить в Дагестане. Нам не мешает жить в Дагестане и работать в Москве и в других городах. Да, наверное. На что? Да. Я тебе яблоко за 15 рублей. А если нету? Без. О, ничего себе! Здесь вообще-то бесплатно все. Нифига. Вот сейчас ты меня вот поднял. 15 рублей просит мой муж, чтобы принести мне яблоко. Вот чтобы вы знали. Че вы подспичники? Подспичники. А можно комментарии полистать, да? Полистать? Ну ты, может, остановилась на ком-то, читала, может? Да нет, у меня нет денег. Нету денег? Тогда ты без яблока остался. 15 рублей. Чисто развод на 15 рублей. 20. Мне чужого не надо лишнего. Мне ровно 15 рублей, да, я за яблоком пойду тебе. 11 или 20? 15, Самира. Меня не волнует вообще. Какой ты кошмар. Салам алейкум, братья и сестры. Как вы? Родные, как вы? Когда ты будешь... Что кушать готовить? Знаешь, у меня в пепельнице сколько мелочей, чтобы прокормить себя? У меня не мелочи, я буду у тебя в долг брать тогда. Ну,
слова. Давай, ладно, короче, всем хорошего всего. Хорошей жизни. Красивый Артурик. Конечно, красивый. Вы скучали по Артуру? Сейчас он яблочко принесет. И придет. Молдова, привет. А, как у вас дела? Как здоровье? Отлично, друзья. Какой сзаденький муж. Спасибо большое. Мы в аэропорту, да. Спать не хочу, я поспала сегодня и днем, и, ну, и до обеда спала, но правда ночью не спала. Ночью не спала, в общем, а днем все возместила. Сколько дали? 20 или 11? Нисколько не дала, потом дам. Я в долгу. Мы еще в Москве. Погода здесь очень холодная. Уже минус. Спасибо большое. Шикарная пара. Спасибо. Спасибо. Тяжело встаю, потому что, в принципе, просто напрягаться нельзя. Ты что? Что за у тебя шапка? Капюшон. Давай. Я бы, может быть, вставала бы и, ну, легко, но нельзя. Что ты раскачиваешь? Знаешь, людям? Меня смотрят очень много девушек, девочек, и? Женщин. Мне ну, не появляться в то, что, им интересно, то я и рассказываю. Девочки, не слушайте ее. Все, что она говорит, это все индивидуально для каждого. А что, они грязные, что ли? Конечно, грязные. Почему они там так стоят красиво, как будто чистые? Как здесь мыть их? В туалете помыть. А может, они чистые, просто так кажется? Да, кошмар, они очень грязные. Пожаловаться пойти? Да. Не знаю, видно или нет, но они очень грязные. Хочешь, чтобы я кипишовал здесь? Нет, когда ты подошел, одна девушка говорит, ой, я думала, девушка в хиджабе сзади подошла. Такие вещи больше не говори. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очисти мне тоже, пожалуйста. Вкусные? Какие мерзкие яблоки. Кислые. Попробуй. Почисть. Мама, попробуй. Ну и не дочистил. Ну там ты не кушаешь все равно. С потрохами съедаешь, что ли? Что-то они недостаточно твердые. Они в синяках. Что-то пропустила. Ой.
На, ну все, ешь это тогда. Ну, может, то вкуснее, да, и то. Давай я попробую сначала. То лучше. Я хочу вкусное яблоко. Мне некуда облокотить телефон. Почисти. И все? Да. Йо, нам уходить надо уже. Я их заберу. Ну, забери грязными. В самолете почистишь. Ладно, ладно. Цвет волос не знаю. А цвет настроения? Какой? А? Зеленый. Цвет настроения зеленый? Угу. Ты чё? А что? Гринпис, да? Откуда? Летим домой. Пошла тоже съем яблоко. Макияж сама делала, блин. Самира, пойдем. Почему, уже пора? У нас посадка до скольки? Посмотри. 10 минут осталось у нас. Нам еще контроль надо проходить. Икя, икя, давай. Икя. Пойдем. Вкуснее яблоко, да? Да. То какое-то побитое было. А, вот это. Ну да. Ну все, друзья. Хорошего вам вечера, настроения. Если где-то еще что-то придется ждать, зайду еще. Не придется, мы улетаем. Ну ладно. Желайте нам счастливого полета. А до новых встреч. Спокойной ночи.